принципі ті самі. Чи потрібен зараз такий документ, який пропонує Бужанський, і ще ось така кількість народних депутатів? Що ви думаєте про штрафи? Чи треба сьогодні ось так ще й навантажувати сферу послуг? 2 хвилини, прошу час. Ну, возможно, вы меня поправите, если я не прав, но насколько мне память не изменяет, то с следующего года уже можно будет применять. Действительно, там идет речь и о 7 тысячах гривен, и о больших суммах, и дается месяц контролирующим органам на проведение проверяющих действий. То есть месяц будут кошмарить какой-либо определенный бизнес. То, что это можно использовать для давления на бизнес, это факт. То не каждое нарушение фискальное имеет такие последствия, это тоже факт. То, что наш бизнес малый, средний и даже уже крупный благодаря действиям власти, скажем так, на ладан порой дышит, это тоже мы все знаем и прекрасно, правильно, скажем так, оппонент, возможно, говорит о том, что действительно надо говорить о теме экономики, о кризисе. Поэтому Бужанский, как не будем говорить его личную точку зрения, но именно поэтому, скорее всего, он и внес этот законопроект, потому что сейчас неуместно, скажем так, такие штрафные санкции применять к предпринимателям. Сделайте символический штраф. Я лично не наблюдал никаких ни в свою сторону, ни в сторону предпринимателей, никаких в этом проблем. То есть, допустим, я приехал, и если мне продавец в магазине говорит, будь ласка, спілкуйтеся українською, я спілкуюся, знаю українською, якщо ей так є бажання. И так же самое, если у меня есть какое-то желание, чтобы со мной общались в заведении, там, или общепита, или где обслуживают, да, в торговом заведении, так же самое могу языке. Я не вижу никаких проблем для того, чтобы вводить какие-то санкции по этому поводу. Есть у нас гораздо большие проблемы. У нас страна одна, Украина, а языков много. Я хочу уточнить. Тому фактично, якщо буде винесений такий законопроект на розгляд, ви будете його підтримувати, так? Касательно штрафних санкцій, я би внес поправку. То есть, как это было с другими относительно, допустим, каких-то нарушений в РРО законодательстве, то есть, когда там неправильно в кассе что-то выручку подбило продавец или еще что-то символическое, чтобы это не было рычагом давления фискалов на малый бизнес, который и так на грани. Вы же видите, они не просто так выходят. Поэтому 6800, ну, с одной стороны мы им выделяем по 8000, а с другой стороны, вы представляете, чем это закончится? Одно дело, когда действительно кто-то кому-то нагрубил. Допустим, вы зашли в магазин, и вы действительно, да, попросили общаться с вами на украинском, и вам продавец ответил, не хочу, не буду. Это я согласен. Ваша правильная точка зрения. Но если все наоборот, если, допустим, у вас есть конкурент, который таким образом сможет сманипулировать эту ситуацию, придется снимет на камеру, специально выведет все на это, и затем месяц этот бизнес будет кошмар.